Привет всем добрым людям, с вами Елена и садовая мастерская Kew Garden. У нас акция. А это железный георгин, он же далия. Вот такой замечательный цветок, совершенно волшебный, участвует в нашей акции, которую, в общем-то, я для себя называю бустер, ускоритель, улучшайзер. Акция «Бесплатная доставка железного декора по России». И вот такая далия прекрасная. Высота 120 сантиметров, диаметр цветка плюс-минус 10 сантиметров. Всегда говорю плюс-минус, потому что это ручная работа, ручная сборка, поэтому может отличаться размер незначительно, на несколько миллиметров, сантиметров. Так что вот такой цветочек, совершенно чудесный, мы сможем отправить вам бесплатно. Сейчас попробуем поставить его в саду. Хочу обратить ваше внимание, здесь просто один из цветочков изогнутый. Вот таким образом изогнуть стебелек вы сможете сами. Есть видео на канале, как это сделать красиво, легко, красиво. Отправляем мы цветочки с прямыми стебельками. Зачем мы это делаем? Во-первых, так они компактнее. Во-вторых, это влияет на стоимость доставки. В данном случае для вас это не так не имеет значения, но для нас оно имеет значение. Поэтому отправляем вам прямыми. Ну и если вам, например, нужен прямой стебелек, то прямой, вот он уже прямой. Потому что из такого состояния стебелек сделать снова прямым довольно сложно. Проще изогнуть прямой. Ну что, пойдемте поставим красоту в снег. Все лоты, участвующие в этой акции, вы сможете увидеть, перейдя по ссылке под видео. Напомню, что это за акция. Это акция, нацеленная на сбор средств, чтобы сделать компанию Kew Garden жизнеспособной, чтобы она стала сильнее для вас, чтобы у нас улучшился сервис, увеличился ассортимент, чтобы у нас выросла скорость предоставления и чтобы мы могли воплощать те идеи, которые вы захотите в свой сад. Все, друзья мои, выращивайте сады, будьте счастливы, украшайте сады. Kew Garden всегда с радостью вам поможет. Спасибо вам за участие. Все, пока-пока.